Добрый вечер, уважаемая публика. Прежде чем на этой сцене появится Пермский академический хор «МЛАДА», разрешите мне сказать несколько слов о коллективе. Несмотря на молодость артистов, коллективу уже почти 25 лет. За эти годы хор прошел стадии от детского коллектива музыкальной школы до статуса «культурный бренд Пермского края». Было многое. Лауреатство международных конкурсов, большие гастроли по стране и по Европе и другие творческие события. Можно смело говорить, что академический хор «МЛАДА» из Перми – это коллектив новой современной хоровой формации. Я думаю, сейчас вы в этом убедитесь. У коллектива свое оригинальное творческое лицо, свои идейные принципы. Большая, обширная, эксклюзивная репертуарная коллекция. Но эту благостную картину я хочу немножечко сейчас испортить такой печальной ноткой. Дело в том, что в последний раз в вашем славном городе, в первый и последний раз, наш хор был практически в прошлой жизни, 15 лет назад. С тех пор мы только мечтали каждый год сюда попасть. И вот, наконец, пермяки стоят на этой славной сцене, благодарят организаторов хоровых встреч и готовы показать вам концертную программу под условным названием «Визитная карточка». Я с удовольствием приглашаю на эту сцену лауреата международных конкурсов, академический хор «МЛАДА», художественный руководитель, заслуженный деятель искусств России Ольга Выгузова. Молодежная знакома каждому человеку, сидящему в этом зале. И она задала тон первой части нашего выступления. Это песни, любимые песни нашей Родины. Они разные. Гражданственные, патриотические, лирические, веселые, очень печальные. Мы знаем их всех.
По этим песням можно изучать историю нашей страны. С помощью их можно учить новое поколение лучшим идеалам. И сегодня мы с вами слушаем любимые песни. Музыка Афанасьева, стихи Шафирана «Гляжу в озера синие». Большое спасибо. Мелодия, которая прозвучит сейчас, имеет особое значение в жизни нашей страны. Она является практически ее гражданственным символом. Она появилась на свет еще в годы Первой мировой войны, прошла с нашей страной всю Вторую мировую войну и сейчас
в наше время опять имеет актуальное значение. Сейчас, в момент консолидации всей нашей страны, мы с удовольствием еще раз послушаем знаменитый марш Агапкина «Прощание славянки». Пам-пам-пам-пам-парам-пам-пам-пам. Наступает по минутам прощанья, ты глядишь мне тревожно в глаза, и ровня родное дыхание, вдали уже дышит гроза. Крокнул воздух туманный и синий, и тревога коснулась весна. И зовет нас на подвиг Россия, веет ветром над шагом оно. Большое спасибо. И друзей созову, на любовь свое сердце настрою, а иначе зачем на земле этой вечной живу? Это строки из произведения Булата Акуджавы «Грузинская песня». И мы верим ему, потому что поэт в России больше, чем поэт. Виноградную косточку в теплую землю зарою, и лозу поцелую, и спелые гроздья сору, и друзей созову, на любовь свое сердце настрою, а иначе зачем на земле этой вечной живу? Собирайтесь, как гости мои, на мое угощение. Говорите мне прямо в лицо, кем пред вами слыву. Царь небесный пошлет мне прощение за прегрешения. А иначе зачем
на земле этой вечной живу. В темно-красном своем будет петь предо мной моя Дали. В черно-белом своем преклоню перед нею главу. Заслушаюсь я и умру от любви и печали. А иначе зачем на земле этой вечной живу? И когда заклубится закат по углам залетая, пусть опять и опять предо мной проплывут наяву. И синий орел, и форель золотая. А иначе зачем на земле этой вечной живу? Репертуара Леонида Утесова «Пароход». Знакомой навстречу летят. Не солгали предчувствия мне, да мне глаза не солгали. Лебедем белым скользя по волне, плавно навстречу идет пароход. У черного моря, у черного моря пароход. Смеется и плачет, и машет привет на платочках. Под ветру неба мне истомой знакомой навстречу тот голос родной. Не солгали предчувствия мне, да мне глаза не солгали. Что я видел когда-то во сне, гости навстречу идет пароход. Вот сходи переброшенных лыч, вот сходи переброшенных лыч, сходи переброшенных хлынул поток. Пассажиры, матросы, вопрос.
расцветай между ними глазами блестя. Ах, не солгали предчувствия мне, да мне глаза не солгали. Горло сдавило, и весь я в огне, словно по сердцу идет пароход. Так что такой длительный запас, Господи, прошу, перевычку, приносит, слышится, что в реке, держится там. Пароход! Спасибо, дорогие друзья.
А вот еще одна тема, объединяющая всех людей в нашей стране, это музыка из любимых кинофильмов. Вот представьте, мы бы их сейчас все запели, мы бы сегодня домой не попали. Но мы вам споем одну, нашу самую любимую. Песня про Танечку из кинофильма «Карнавальная ночь». Вы можете сразу аплодировать. Таня, Таня, Танечка, с ней случай был такой. Служила наша Танечка в столовой заводской. Работница питания приставлена к борщам. На Танечку внимания никто не обращал. Не может быть, представь себе, никто не обращал. Пайрам, была в шинкове заводском веселый карнавал. Супаж боярышне о том и зал рука блескал. Забрала с неба танцевать вели жестокий спор. Фанфан, тюльпан, Санегины, с Ромео мушкетер. Пайрам, 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 пирелира. Пайрам, 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 пирелира. Пайрам, 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 пайрам. И вот опять в столовую приходят слесаря. В одинной той боярышне с восторгом говорят. Она была под маской, ее пропал и след. Таня, Таня, Танечка! Неси скорей мобиль. Глядя, сама несет обед. Тари-дари-дам, тари-дам. Дорогие друзья, мы, честное слово, еще не заканчиваем. Мы вам еще споем. А петь мы сейчас будем фрагмент из другой концертной программы. Она только что родилась на свет. Премьера ее состоялась в январе 2014 года. И называется она «Музыка мира». Это очень интересное зрелище. Подробно не буду о нем рассказывать. Вдруг вы когда-нибудь приедете к нам и посмотрите этот концерт. Или мы к вам приедем с ним. А сейчас объявляю смертельный номер. Символ путешествия, символ впечатлений. Римский-Корсаков, полет шмеля. Bum, 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 bum
Музыка мира – это букет разнообразных национальных красочных рисунков, орнаментов, прекрасное звучание разных языков. Как хорошо, что мы можем слушать эти языки, наслаждаться их звучанием. Для вас звучит татарская народная песня «Соловей». Thank you.
Дорогие друзья, в исполнении академического хора «Влада» звучит еврейская сюита. Chiri bala, 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 chiri bala
Турбакрила, Турбакрила, Саме, Турбакрила, Турбакрила, Саме, Турбакрила, Саме, Турбакрила, Саме, Турбакрила, Бахимбелек саме хаба, нагіла хаба, нагіла хаба, нагіла Урвахим, 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 Белесаме, Хаба, Нагіла Хаба, Нагіла Хаба, Нагіла Венісмека, Хаба, Нагіла Хаба, Нагіла Хаба, Нагіла Венісмека, Хаба, Нерамнена, Хаба, Нерамнена, Хаба, Хаба, Нерамнена, Хаба, Нерамнена, Хаба, Нерамнена, Хаба, Нерамнена, Урвахим, 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 Белесаме, Урвахим, Белесаме, Урвахим, Белесаме, Урвахим, Белесаме, Урвахим, Белесаме, большое. Дорогие друзья, предлагаю для контраста перенестись вообще в другое полушарие и проявить солидарность с мексиканским народом, послушав его знаменитую национальную гордость кукарачу. Para morrer,
Дорогие друзья, следующее произведение мы посвящаем тому человеку в зале, который ответит на один очень важный для нас вопрос. Сначала легкий вопрос, промежуточный. Как сказать по-английски «цыплята»? Молодцы, сеть посещаете. А теперь скажите, пожалуйста, как то же самое сказать по-азербайджански? Молодцы! Вот для всех этих людей исполняется азербайджанская песня «Джуджаляри» — «Цыплята». Я чувствую, обстановка в зале просто раскалилась. Пора немножко остыть. Давайте послушаем музыку из более холодных стран. Финская полька. Ду-д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 у
Herkati helikata, hoi nepo surko ja hammasta purkkuun, kun silloin ihmisi suurempi paa. Tule, tule, titoni kansani tanssin, niin meillä on riemulla suvien saa. Sakki järvi se meillä on poika, jäi toki sen kapolkaa. Kaikin ja kaikin yhden puolesta. Спасибо, дорогие друзья. Мы стоим на этой прекрасной сцене, в этом прекрасном зале, в вашем прекрасном городе. Мы счастливы, что мы наконец сюда добрались. Дорогие, цените этот прекрасный момент. Пусть он останется с вами надолго, ну, до следующей встречи хотя бы. Именно обо всем этом, самом прекрасном, поет в своей финальной песне академический хор «Млада» и его художественный руководитель Ольга Выгузова. До новых встреч! Thank you.
ясные сизари, Тюа, как прекрасен этот миг, посмотри, как прекрасен этот миг, туда, 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 туда. Академический хор «Млада», город Пермь. До новых встреч!